этим выезжает на фронт для испытания своих орудий и боевой обстановки. Понятно? Понятно, товарищ комиссар. Но это не все. Мы получили косвенные данные о том, что немцы очень заинтересовались Леонтьевым и его работой. Возможно, что они пойдут на самые коварные комбинации. Ну что же, будем не только оберегать Леонтьева, но постараемся нащупать немецкую агентуру. А, Сергей, вам дается специальное задание. Нужно так волновать. Ведь письма и думаю, вряда будет очень долго. Нет, чувствуй. Сердцем чувствуешь, Сергей Платончик, что-то случилось. Заболел, наверное. А как я уговариваю вам уехать из Ленинград? Нет, говорит Маша, ни за что не уеду. Как я брошу родной город, технологический институт? Зачем я уехала? Не думай это. Успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста. Вот, выпейте воды.
назначена охрана конструктора Леонтьева. Вы должны сопровождать его всюду. Но сам Леонтьев не должен знать, что его охраняют. Леонтьев должен думать об одном, только о своей работе. А во всем остальном обязаны думать мыслями в ответе. Ясно? Ясно. Ну вот, хорошо. Разрешите выполнять? Ленинград у меня уже все благополучно. Я ее только за самолетом. Вот обрадует Сергей Платонович, когда расскажу ему о горе Леонтьеве. Разрешите мне уж вас так величать по-матерински? Сделайте уважение, Мария Сергеевна. Куда это вы собрались? То тут недалеко. По делу. Заходите вечерком, когда вернетесь. Обязательно. Если не задержусь. Случайно, где товарищ Леонтьев из 316 номера? Что чувствую, к нему в дверь никто не отвечает. Товарищ Леонтьев уехал. А не скажете ли куда? Кажется, на фронт, товарищ Зубов. Ненадолго. Номер оставлен за ним. Простите, пожалуйста, нет ли у вас гривенечка? Прошу. Благодарю вас. Задержаться. Дело в том, что в гостинице проживает некая Зубова Мария Сергеевна. Приехала в одном поезде с Леонтьевым. Старается встречаться с ним. Обязательно наведем справки. Но счастливого пути, капитан. Товарищ Лавренко. Заинтересуйтесь Зубовой Марии Сергеевны, проживающей в гостинице «Москва». Результат доложите завтра. Слушаюсь. Есть что-нибудь новое? Да. Получено сведение, что из Бухареста в Софию приехал Петр Ваенга под фамилией Петролеску. Теперь он уже Петролеск? Интересно.
12 минут. По документам Зубова является женой ленинградского профессора. На сегодня она отправила телеграмму в Софию. Под текст телеграммы. Любопытно. Продолжайте наблюдение. Есть. Запросите они Ленинград. Слушаюсь, товарищ полковник. Донесение московского агента 117, прибывший через Софию. Конструктор Леонтьев выехал из Москвы на центральный фронт машиной номер 1012. Сведения. Можно верить. Агент 117 достаточно известен. Это старуха Карлсон. Что вами предпринято? Мобилизована вся русская агентура. В Софии ждет приказаний Петер Вайнингер, работающий под фамилией Петронеско. Вот последние фотографии Леонтьева, которые мы достали с огромным трудом. Вызовите Вайнингера и передайте ему от меня. Если Леонтьев будет взят живым, Вайнингер получит рыцарский крест с дубовыми листьями. Если Леонтьев будет убит, Вайнингер получит только железный крест. Если Леонтьев не будет обезврежен, Вайнингер получит пулю в затылок. Последнее пока не передавайте. Наш маршрут, господин Туканов. Берлин. Свиридов, командир артиллерийской бригады. Очень прием. Капитан Бахмитев. Счастью познакомиться с конструктором орудия Л-2, о котором так много слышал. Установка уже здесь? Здесь, готова к действию. Завтра с утра вашему орудию Л-2 будет предоставлено первое слово. А пока прошу с дороги отдохнуть. И взыщите у нас по фронтовому. Вам придется изменить ваш маршрут, Наталья Михайловна. Как
пригласила сюда помочь вам познакомиться с этим инженером, только потому, что вы обещали сохранить жизнь моему мужу. Обещание будет выполнено. Да, но каким образом? Пока мы должны сделать все возможное, чтобы именно завтра выехать с концертной бригадой на фронт. Надо срочно разузнать, где находится инженер Леонтьев. Судя по тому, что он уехал ненадолго, его надо искать на центральном фронте. Нет, нет. Никуда я не поеду. Я не могу больше. Я жду, что за мной придут. Нет. Душенька, это последнее поручение. Даю вам слово. Вы пойдете в ваше концертное бюро и заявите, что просите отправить вас на фронт. Прилив патриотизма и прочее вас охотно возьмут. Добейтесь отправки именно на центральный фронт. А если мне не удастся найти Леонтьева? Тогда я вам не завидую. Артиллерия где-то очень далеко отсюда, правда? Артиллерия? Да. Простите, я не в курсе дела. Давайте лучше поговорим об искусстве. Наверное, я задаю лишние вопросы. Нет, нет, что вы? Передайте мне консервы. Мне очень грустно, что вы покидаете. Надоело сидеть. Пойдемте погуляем. С удовольствием. Кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь с вами, Наталья Михайловна. Ничего, товарищ артиллерист. В наше время быстро забывает и утешается. Кроме того, я ревнива. А вы так влюблены в свои пушки. О, это опасный соперник. Что-нибудь страшнее этих огнедышащих чудовищ. Чудовищ. У нас теперь появилось кое-что пострашней. Новое орудие Л-2. Как вас зовут? Леонид. Леонид. Я же был влюблен этим Леонид. Леонид, вы будете мой Л-2.
недавно. Но это секрет. Мой милый Эль-2, какой же для меня секрет, если Борис Николаевич Леонтьев мой хороший знакомый. Я даже собираюсь его навестить. Ведь он здесь недалеко. 30 километров, деревня Большие Кресты. Но только, пожалуйста, Наталья Михайловна, это я сказал только вам. Я знаю, что такое военная тайна. Однако что стало прохладно. Пойдемте обратно. Пойдемте. Наталья Михайловна. А теперь попросим Наталью Михайловну Осенину спеть нам что-нибудь на прощание. Просим, дайте мне гитару. Лезть в госпиталь. Доктор, ради бога, я не хочу в госпиталь. Отправьте меня домой, в Москву. У меня там дядя, профессор Венгеров, институт Склифосовского. Товарищ полковник, сейчас в Москву как раз пойдет санитарный У-2. Очень хорошо. Отправь дальше Сину, едем в самолет. Лейтенант проболтался, я сделала вид, что мне дурно. Меня усадили в самолет. Через 2 часа мы были в Москве. Душенька, вы талант. Не забывай. Она изредка встречает некой Осениной. Кто такая? Артистка, исполнительница лирических песен. Недавно вернулась с Центрального фронта. Центрального фронта? Да, она туда ездила с концертной бригадой. Осенина Наталья Михайловна. Так-так. Продолжайте. К сожалению, данные наблюдения пока ничего существенного не принесли. Борис Сергеевна Зубова, мне кажется, безобидная старушка. Майора Цветкова ко мне. Что вы узнали о Зубовой? По вашему приказанию, я запросил Ленинград о Зубовой Марии Сергеевне и о ее муже профессоре Зубове. Ну-ну. Только что получен ответ. Читайте. Зубова Мария Сергеевна, жена профессора, умерла 8 месяцев назад и похоронена на Преображенском кладбище. Вот справка. Да. Нечего сказать. Безобидная старушка. Зубова арестовать немедленно. Певицу тоже. Слушай, товарищ полковник. Никогда не делайте поспешных выводов, Лавренко. Господин Попор. Агентура донос. За советской контрразведкой задержан наш агент. Номер 77, 12 и 41. Жаль. Это
это были лучшие мои ученики. У этих русских поразительный нюх на наших людей. С каждым днем становится труднее работать. Полагаю, что лучше всего остановиться на варианте номер 3. Я берусь его выполнить. Узнаю Петера Вайнингера. Но в таких случаях фронт, вероятно, получает извещение из Москвы. Все предусмотрено. Наши люди в Москве отправят такую телеграмму. Вы сможете изготовить для меня документ? О, у нас это дело поставлено лучшими специалистами. Люди? Кто вам нужен? Человек 5. Тебе смазливых комсомолки, пожилой пролетарий, ну и кто-нибудь из интеллигенции. Можно. У меня есть несколько субъектов, которые сожгли за собой все мосты. Кроме того, подготовьте мне все о городе Иванове. Иванове? Карты, фотографии, истории города, несколько ивановских старожилов. В нашем деле чепуха, мелочь могут все погубить. Да, ну... Время не ждет. Начнем с отбора людей. Антония на роль комсомолки. Дочь петлюровского офицера, бежавшего в Германию. Родилась и выросла в Гамбурге. Но хорошо владеет русским языком. Способный агент. 3 раза переходила линию фронта и приносила ценные сведения. О, и Гамбурга нет, Роди. Нет? Я больше, Роберт. Комсомолка, имя Ирина. До войны служила в Смоленске, в ателье МОД. Когда мы туда пришли, сошлась с офицером и начала работать на нас. Достоинство, типичная внешность, нравится мужчинам. Недостатки, замедленный рефлекс, плаксиво, глуповато. Вы состояли в комсомоле? Подавала заявление, меня не почему? За поведение. За дурное поведение. Краску стереть. Иван Кутырин на роль пожилого пролетария. Конторщик Минского кожевенного завода. Старый провокатор царской охраны. Так точно. Недостаток – склонность к спиртному. Но в последнее время воздерживается. В общем, ценный агент. Савранский Игнатий Аполлонович, бывший адвокат, репрессирован советской властью за взятки и злоупотребления. Выдал нам в Гомеле много большевиков. Моя преданность германскому командованию с одной стороны и ненависть к большевикам с другой. Ясно. Достоинство знает немецкий язык. Недостатки труслив. Господин полковник, бывают обстоятельства, когда духовные качества человека... Ясно. Любите много говорить? Если не научитесь держать язык зубами, вздернем на первом дереве. Слушаюсь. И, наконец, Зубков на роль молодого рабочего. Сын кулака, дезертир. Приговорен к расстрелу, но бежал из-под охраны. Недостаток боится советской кары. Это же и достоинство. Увольте, господин полковник. Нельзя мне туда. Молчать! Можете идти.
этими субъектами придется еще поработать. Готовьте подарки к своей крашке. Подороже и побольше. Шоколад, папиросы, несколько ящиков хорошего вина. Чтобы было солидно и убедительно. Понятно. Получено сведения, что в школу гестапо-полковника Крашки прибыл господин Петронеску. Старый знакомый. Он у них считается лучшим специалистом по России. В любом случае, это птица большого полета. Если Петронеску внезапно перелетает из Софии к полковнику Крашке, это значит, готовится серьезная операция. Передайте задание. Установить, сколько времени пробудет Петронеску в школе гестапо, когда, куда и каким видом транспорта отбудет. Все. Слушаюсь. Садиться. Благодарю вас. Ваше имя, отчество, фамилия? Марья Сергеевна Зубова, я уже говорила. Эвакуировались из Ленинграда? Да, из Ленинграда. Значит, из Ленинграда. Профессор Зубов, ваш супруг? Мой муж. И об этом мы говорили в прошлый раз. Совершенно справедливо. Когда изволили воскреснуть? Я не совсем понимаю вас. О чем идет речь? Речь идет о вашей смерти, к сожалению, имевшей место 8 месяцев тому назад. Извините, что мне приходится касаться столь грустных обстоятельств вашей биографии, но по долгу службы... Простите, но я не понимаю ни вашего тона, ни ваших слов. Очевидно, вас следует понимать в переносном, так сказать, в иносказательном смысле. Нет, почему же? Напротив, я попросил бы понимать мне именно в прямом смысле. Поскольку следствием установлено, что вы скончались 8 месяцев тому назад, то я прошу разъяснить, когда именно, при каких обстоятельствах и с какой целью вы воскресли. При моем возрасте и в моем положении не до шуток, гражданин следователь. Могу вам только сказать, что я еще ни разу не умирала. И пока делать этого не собираюсь. К сожалению, я никак не могу с вами согласиться, гражданка. Ибо установлен факт не только вашей смерти, но даже и места, где вас похоронили.
погребли, так сказать. Преображенское кладбище, 21 ряд, могила номер 10456. Совсем удобно фиксировать ваше внимание на этих грустных деталях. Но вы, сударыня, уже 8 месяцев мертвы. Вы, простите, покойница. Вот справка вашей смерти. Вот выписка ленинградского ЗАГСа. Вот судебно-медицинское свидетельство. И, наконец, справка Преображенского кладбища. Не угодно ли ознакомиться? Не угодно. Я думаю, что запираться нет смысла. И я так думаю. Я действительно не Мария Сергеевна Зубова. Наконец-то. Давно бы так. Я выиграла документы покойной Зубовой, чтобы получать еще одну продовольственную карточку. Только для этого? Только. Как экспромт не дурно, но мало убедительно. Идите и придумайте что-нибудь поостроумнее. Увидите. Должны подъехать. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Представитель Ивановского областного комитета партии Петров. Руководитель делегации трудящихся. Разрешите предъявить документ. Разрешите вам представить делегатов. Здравствуйте, товарищ полковник. Спасибо. Товарищи, позвольте мне передать вам привет от трудящихся Ивановской области. Мы, товарищи, от мала до велика следим за вашей доблестной борьбой. И в тылу своих станков стараемся быть достойными вас, товарищи. Это вам нужно аплодировать. Что, не курите? Спасибо. Вот с тех пор я и сижу в Иванове. Вы знаете, я сам ивановский. Ну, а позвольте узнать, как ваша фамилия? Бахметьев. 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 Я на Успенской улице живу. Рядом с собой? Нет, немножко дальше на горе. Ах, там. Ну, как там у нас? Как наши фабрики. Ничего. Лен есть. Хлопок тоже подвозит. Ну, конечно, товарищи, сейчас в основном работаем для армии. Ах, товарищи, если бы не немец, каких расцветок тканей мы добили. Раз вы смешливые девчишки. Приятно. Приятно встретиться с земляком. Товарищ Леонтьев, ваше здоровье. Подождите, мы с вами не знакомы. Я тоже здесь в гостях. Откуда? Из Москвы. Надолго? Завтра уезжаю. Вот мы тоже завтра трогаемся. Вот и хорошо, поедем вместе. Товарищ Тугов. Завтра уезжает инженер Леонтьев. Вы будете сопровождать его в качестве шофера. Есть. Леонтьев есть в делегации. Но на всякий случай вы. Одним словом, вы мне за него отвечаете. За нами пойдет машина с нашими сотрудниками, знаете. Понятно. Я поеду. Что, не
Успокойтесь. Все идет как нельзя лучше. Арестованная Осенина ко мне. Слушай. Гражданка Осенина. Я знаю, гражданка Осенина, что вы находитесь в тяжелом моральном состоянии. Да, я чувствую, что я погибаю. Наблюдая вас, я склонен думать, что в вашей преступной деятельности... Это неправда, я невиновна. В вашей преступной деятельности вы явились жертвой каких-то темных сил, чьей-то злой воли. Так ведь? Нет, нет. Этому чувству я и приписываю ваше подавленное состояние. Между тем, признание облегчит и ваше сердце, и вашу участь. Нет, нет, мне не о чем сознаваться. Я ни в чем не виновата. Допустим. Но если предположить, что вы говорите правду, то объясните мне, почему вы отказались от поездки с ансамблем филармонии в Алма-Ата и настаивали на поездке с концертной бригадой на Центральный фронт? Не знаю. Мне почему-то так хотелось. Не можете объяснить. Да. После концерта на аэродроме вы почувствовали себя дурно и попросили немедленно отправить вас в Москву. Однако в Москве вы не обратились за помощью ни в одно лечебное учреждение. По дороге мне стало легче. Но вы не ночевали дома. Где вы были ночью? Есть вопрос, на который женщина может не отвечать. Вы намекаете на роман. На любимого человека. Вы же сами говорили, что горячо любите вашего мужа, верны ему. Чему же верить? По дороге я потеряла сознание и добралась домой только утром. Только что вы сказали, что вы почувствовали себя лучше. В самолете. А на улице мне опять стало дурно. Вам не могло стать дурно по одной простой причине. Консервы, которыми вы изволили отравиться, оказались абсолютно доброкачественными. У нас есть лабораторный анализ. Значит, за мной следили еще тогда, на фронте? Совершенно верно. Кроме того, вы заявили, что в институте Склифосовского работает ваш дядя, профессор Венгеров. Но он действительно там работает. И он действительно дядя, но не ваш. Он чужой дядя и никакого отношения к вам не имеет. Кто ваш муж? Военный. Лейтенант. Где он сейчас? В плену. Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Он человек. И этот человек попросил вас выполнить одно небольшое поручение, пообещав, что за это немцы пощадят жизнь вашего мужа. Откуда вы знаете? Кто этот человек? Говорите. Я не виновата. Я познакомилась с ней в Челябинске.
И она втянула меня в эту грязь. Каким образом? Она привезла мне письмо от мужа из плена. Его расстреляют, если я не... Если вы не станете шпионкой. Как фамилия этой женщины? Зубова. Марья Сергеевна Зубова. Зубову ко мне. Значит, она уже у вас? Значит, вы все уже знаете. Боже, зачем я так лгала? Вы можете исправить это полным признанием. Хорошо. Вы уже, наверное, знаете, что она в Челябинске следила за инженером Леонтьевым. Конечно, знаю. Когда он уехал в Москву, мы поехали за ним. Потом она узнала, что Леонтьев на фронте, и приказала мне найти его. Ну, а дальше вы ведь все знаете. Что сделала Зубова после того, как вы нашли Леонтьева? Не знаю. Уведите арестованную. Сергеевна, дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ваша шпионская деятельность установлена. Давайте показания. Я ничего не знаю. Я все сказала. Вы будете говорить или нет? Почему вы со мной так разговариваете? Уважайте хотя бы старость. Ведь я вам матери гожусь. Что бы вы сказали, если бы так разговаривали с вашей матерью? Вы правы. Моей матерью так не разговаривали. Когда гестапо арестовали ее в Калуге, с ней не разговаривали. Ее просто били. Били и пытали. А потом отрубили ей руки. А когда освободили Калугу, я во рву нашел ее труп. Все. Перейдем к делу. Говорить будете? Приведите ко мне арестованную Осенину.
Повторите ваши показания, Осенина. Мы познакомились с ней в Челябинске. Незачем повторять. Ферфлюхте хур, хаталес оскашмац. Может быть, вам удобнее говорить по-немецки? Виркомен дойч рейд. Битте шоу. На этот раз мне не повезло. Но это все равно. Люди моей профессии, господин следователь, должны трезво смотреть на вещи. Что вас интересует? Задавайте вопрос. Портити. Каким образом я могу передать сведения о местонахождении Леонтьева? Очень просто. Послал шифрованную телеграмму в Софию. На телеграмме было поставлено время подачи 23.05. Это были координаты Леонтьева по карте? Совершенно верно. Я устала. Что вам еще от меня надо? Мне ведь почти 60, милостивый государь. Давно работаете? Еще с той войны. Ваша настоящая фамилия? Карлсон. Амалия Карлсон. Мой отец был крымским колонистом. Значит, вы немка? Да, я немка. Ну, товарищ Леонтьев, желаю счастливого пути. До свидания, товарищ полковник. Товарищи, покидая вашу часть, позвольте мне от имени трудящихся нашей области. Потом мне было поручено сообщить в артиллерийскую бригаду, что к ним едет делегация с подарками от трудящихся Ивановской области. Это было труднее всего. Но в конце концов мне удалось и это. Ничего не скажешь, виден солидный опыт. Но о том, как вы это сделали, мы поговорим в следующий раз. А сейчас не буду утомлять вас дальнейшими вопросами. Теперь мне все равно. Да, теперь для вас уже все равно. Уберите. Шифровальная, говорит Ларцев. Немедленно радируйте капитану Бахметьеву. Спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Спасибо за все. Привет капитану Бахметьеву. До новой встречи, товарищи, после войны, после нашей победы! Где Леонтьев? Уехал. Надо перевязку. Товарищ полковник, телеграмма штаба фронта. Врача немедленно. Есть врача. Свиридову Бахметьеву. Делегация Ивановской области является немецкой диверсионной группой. Примите меры. Ларц.
эти покрышки. Подозреваем умышленный прокол. Где машина с Леонтьевым? Ушла вперед. Там недавно бомбили. Коля, машину. Солидная бомбочка. Прямое попадание в машину. Не завидуй тем, кто в ней ехал. Тем более, что в этой машине ехал инженер Леонтьев. Почему вы так думаете? Потому что труп лейтенанта Тузова. Ну, товарищ Бахметьев, можно ехать обратно? Все ясно. Надо доложить в штаб. Коля, разворачивай. Подождите, Мартынов. Взгляните сюда. Как по-вашему, что это такое? Входное отверстие от пули. Стало быть. Стало быть, прежде чем грузовик разбомбило, Тузова застрелили. Ясно, Мартынов? Ясно. Но ведь Тихий-то тоже погиб. Типичный прием гестапо. Для полной убедительности. Они своих не жалеют. Ну, как это называется, Мартынов? Черт тебя знает, как это называется. Называется грубая работа. Дескать, и так сойдет, не разберутся. Куда они могли скрыться? Едем в штаб для связи. Не оставляйте инженера. Почетным гражданином Великой Германии.
Как говорится, совершенно официально по поручению германских властей. У вас будет свои заводы, лаборатории, виллы. Несколько миллионов в банке. Наоборот, малейшее непослушание, и я ни за что не ручаюсь. Господин Вайнгер, радиограмма. Поздравляю успехом. Ночью к вам вылетит самолет. Полковник Рашке. Хорошо. Посмотрите, что прикажете передать от вашего имени германским властям. Передавайте. Все, что я хотел сказать германским властям, уже говорят за меня мои Л-2. Чертежи и расчеты я оставил в Москве. Может, зря вы хотели весь маскарад. На этом, считаю, разговор окончен. Все. Все. Можете еще добавить, что я плюю вашу самодовольную морду. Мой гонорар стоит этого глупого оскорбления. Уверяю вас, господин Леонтьев, что в Берлине вы заговорите совершенно иначе. И выложат вам на посадочной площадке 3 коста. Теперь вот что. Передайте Вайнегеру лично приказ о награждении его рыцарским крестом с дубовыми листьями. И скажите, что я его от души поздравляю. Будет исполнено, господин полковник. Везет этому Вайнгеру. Слишком везет. Передать вам свои сердечные поздравления. Разрешите мне присоединиться к ним. Thank you.
участке фронта майор Сергеев отлично сыграл вашу роль. Разрешите познакомиться с товарищем Сергеевым и поблагодарить его. Очень приятно. Конструктор Леонтьев. Майор государственной безопасности Сергеев. Скажите, а если бы немцы знали меня в лицо? Мы предусмотрели это. Когда мы узнали, что немцы интересуются вашей фотографией, мы им любезно предоставили фото майора Сергеева. Чистая работа. Да, Сергеев. А что, господин Рейнгер, уже видел вас в форме? Видел. Признаться, это доставило мне большое удовольствие.